Всем привет! Сегодня мы будем рисовать портрет. Будет здесь голова, туловище и тело. Будет одевать на традиционную китайскую одежду. Начинай. Начинается. Брови. Там краса, нос, немножко чуть-чуть, и бороды чуть-чуть. Еще чуть-чуть макает тушь. Вверху здесь крова вот так. Раньше у нас была другая прическа, поэтому немножко по-другому. Ух. И ворс. Аккуратно вот здесь пройти. Если я тебе обычно вот такой кам. Вот здесь вот так. Такой кам. Рисуй. И сзади такую штучку ставить. Еще. Ворос сзади. Шея. И нарисую одежду. Надо очень аккуратно за раз, потому что если что-то чуть-чуть не то, тогда может быть еще мы исправить и уже не получится. Надо за раз. Надо очень аккуратно. Дальше. Здесь лимин ставить. Здесь продолжать. Раньше у нас все одевают такой. Нарисую дерево. Сейчас аккуратно сюда. Так. Сосна. Сюда первый, второй. Продолжать. Сюда. Еще один. Сюда. И увеличивается сюда. Вот сейчас мы вот так еще витка.
Да, еще один. Вот так. И здесь нарисую сосна. А так. Раз, два, три, четыре. Еще один. Еще один. Здесь еще нарисуй. Раз, два, три, четыре, пять. Еще один здесь. Добавить. Сюда. И сюда. Сюда еще. Сюда. Вот здесь давай еще добавить один. Еще один сюда. В принципе, все, давай здесь еще вот так раскрашивать. Типа дорога здесь. Теперь мы покрасим его лицо чуть-чуть. Давайте люди. И он же видит чуть-чуть. Как-то темно слишком. Убирайся. Темный тушь. Еще. Теперь покрасьте. А черно не надо. Сосна чуть-чуть. Чуть-чуть покрасьте сосна. Немножко здесь, я тоже. Здесь тоже. И чуть-чуть здесь. Еще немножко макать. Здесь. Все, теперь немножко тучи нарисую, чуть-чуть. Все, в принципе, остался только подписать. Пишу стихи. Чу тоу ван ин ю, ди тоу си гу сян. Бай писал стихи. Проскучать родина. Чу тоу. Чу тоу. Вон.
почти с ку. Все. И конца ставьте печать. Сливание мы поставьте сюда. Один печать хватит. Все. Портрет закончено.